Это второй. Это второй. That's a crystal. Ау. Эй. 52. Да здравствует Санкт-Петербург, это город наш. Я каждый свой новый куплет валю как никогда. Альбом он чист. Не думаю о том, как хорошо было вчера. Меня города, представляю район, у меня есть репертуар. Никогда не просил, но всегда где-то доставал. Чем больше денег, тем больше мне нравится Москва. Но в Питере душа, в Питере семья. В Питере братва, там знают наши имена. Плюс 7-952-812. Это второй альбом, вторая глава. Не думал, не гадал, все, что я делал, рэповал. Underground — это не броки в протертых штанах. Нужно прожить мою жизнь, чтоб так же... Thank you.
Знаем. Окей. Ну что же. Ну что же. Сейчас. 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 Ну. Вот так. Хорошо, можно и 700 получить. Все. Окей. Музыку, музыка всё. Уходит. Окей. Да? Музыка уходит. Окей. Нет? Да? Ну да. Все, Артём, ты мне скажи, звук там нормальный? То есть ни громко, ни тихо. Ни громко, ни тихо, все окей? Супер. Окей, ну что же. Всем нихао. Всем здравствуйте. Сегодня мы представляем вам новую презентацию Scream Pictures. Мы покажем вам все, что мы сделали. Все, что мы не сделали и что будем делать. На этой презентации вы увидите что-то новенькое, для себя приятное. Ну и многое чего другого. Поэтому... Поехали дальше.
Добрый день, здравствуйте, с вами я, ProScream, я главный директор компании, я опять вновь очень жидко и очень пафосно так, ну вы поняли, потому что я забыл включить звук, и у меня к самому деле звук к тому же перегружается по полной программе. Как обычно, мы самые гениальные, у нас качественный контент, у нас очень хороший контент, что у меня там происходит, ну все ясно. У нас качественный мега-контент, и теперь продолжаем. Окей, я надеюсь, что сейчас звук есть, он не перегружается. Если не перегружается, люди, добро пожаловать, напишите в чат, скажите, как звук. И теперь я готов, теперь нормально, без своих запинаний, глупостей, рассказать вам вновь и вновь. Окей, все, замечательно. Смотрим, что я хочу вам показать. Показать вам и рассказать про фильм. Про свой фильм. Так как Артём там пока второй наш гендиректор кое-что там делает, создает, так сказать, я вам расскажу про свой фильм. Почему-то у меня картинка не изменилась. А, нет, все нормально. Мой фильм «Лос». «Лос», как создать фильм, я уже рассказывал много раз. Написание сценария, съемочный процесс, съемочные периоды и так далее. То есть, вот мой «Лос-фильм», логотип «Лоза». Я считаю, что он прекрасен. Есть, понятное дело, какие-то заморочки и непонятные вещи, но все же. Окей. Я вам сегодня хочу представить, как создавать фильм. Написание сценария. Когда мы пишем сценарий, нам нужно передать весь наш замысел. Все, что мы хотим выразить, так сказать, вытащить из себя. Передать правильную картинку, характеры персонажей, их качество. В общем, все передать в сценарии. Когда мы передаем это в сценарий, мы понимаем, что мы творим. А я потратил на сценарий много времени. Около 80 часов. Я где-то, получается... Сначала у меня была одна задумка. Потом вторая, потом третья. И так со временем шло. Я изменял все время, изменял. Старался как-то придумать интересней, поинтересней. Ну, в итоге получилось. Потому что изначально у меня была вообще... Почему бесконечность? Потому что, вы можете так сказать, что все циклично... И никогда ничего не изменяется. Потом не изменилось совершенно другое, ну и что и вы увидите в будущем. Когда я написал сценарий, пошла съемка, которая была очень-очень долгая, муторная. Были всякие проблемы, она длилась где-то 7500 часов. То есть очень-очень много. Я пытался придумать, как это лучше сделать, пытался наставить своих актеров, чтобы они правильно вжились в роль, чтобы все правильно понимали, потому что траблы были, и это было довольно грустно. После того, как у нас все готово, все снято, это было трудно, идет постпродакшн. Постпродакшн. Я после того, как все сделал, происходит, как бы, если теорию накидывать. Линейный монтаж, склейка. Мы все склеиваем весь материал по сценарию. И вуаля, готово. Но нет, не готово. Потому что есть визуальные эффекты, VFX. Компьютерная графика, CGI и так далее. И это тоже нужно прорабатывать. Мы берем, например, какую-то картинку в голове. И воображаем ее в 3D-модели. Как, например, вот здесь. 3D-модель. Вот она, наша 3D-модель, которую мы создаем, анимируем ее, говорим «Делитон», конечно, вернее, не говорим, а самим стараемся сделать, чтобы это было идеально, но все же. Пример, я могу вам показать линейного монтажа. Это видеодорожка, а это аудиодорожка, и здесь бардак, бордель, борделище. Но это не супер загруженный проект. Все же не самый загруженный, потому что, когда я делал прям начало фильма, это вроде начало, но... После начала. Там было еще более загруженнее, потому что там были сложные моментики, которые надо было реализовать. Все готово. У нас есть и то, и сё. Обработано все. То есть склеено. Анимация есть. Графика есть. Ну как же, чтобы это выглядело хорошо? Цветокоррекция. Color grading. Мы берем первичное, обрабатываем по цвету, экспозиция, контрастность, такие вуаля, готово. Но нет, потом идет вторичное. Тени, черное, белое,
После все это мы обрабатываем и доводим ее до идеала, чтобы была картинка вау! Но нет! Многие люди любят ушами. Посмотрите на себя. Большинство роликов, я уверен, что вы не смотрите, а иногда там засмотритесь, что-то, чем-то подумаете, и вы слушаете. Зритель слюбит и смотрит ушами. То есть, если звук качественный, то человеку понравится. Он скажет, вау, да, качественно, даже если была всякая фигня и ерунда, но человеку понравится, потому что звук был качественный. Картинка, конечно же, но мы про нее поговорили. На озвучивание я потратил колоссальное количество времени. Ну, не сверхколоссальное, но все же. Больше 10 часов точно. Мы пытались вжиться в роль, передать ее полностью, чтобы все было идеально. У нас Майнкрафт не мой фильм, по сути, потому что они не открывают рот, не двигаются как-то, не выражают эмоции. Нам приходилось выражать все эмоции голосом. Голосом? И... Я надеюсь, это получилось. Скоро вы это увидите. Я вам это обещаю. Обещаю. Окей. О чем я все время говорил о своем фильме «Лос»? Те, кто следят за моим каналом, прекрасно понимают, что это. Кто я такой? Вы прекрасно знаете, что «Лос» — это мой сериал, а теперь это да. Фильм. Никакой не сериал. Это уже полноценный масштабный фильм. Я хотел сделать минутное отступление и как бы поговорить о самой работе. В чем смысл вообще заключается во всем? А в том, что нужно готовиться ко всему и писать сценарий, и понимать, что ты делаешь по плану. Потому что вот сейчас мы опять не написали никакого сценария, не приготовились нормально. Что получилось? Нас зритель смотрел целых больше 5 человек. Но! Что они смотрели? Нету звука. Беззвучное, как я и сказал, просто немое кино. Да, как обычно, грустно. Но на этот раз хотя бы ничего не лагает, и нет каких-то криков, и все нормально. То есть, как мы понимаем, что все-таки работа произведена, и мы как-то повысили свой уровень, можно так сказать, в презентации, в съемке. Но понятное дело, что не идеально. Есть картинка, вроде бы, приятная, не идеальная, сделанная на костыле, потому что сделана быстро. Но есть картинка, есть. И звук есть. Если он перегружается, и мне Артём сказал, что нормально, а он там ненормальный, он перезагружается, там бас-буст, это вообще весело будет. Но я потом буду смотреть и угорать над этим. Как над большинством количеством моих старых роликов. Окей. Сейчас вы перейдете и послушаете. Давайте так. Я думаю, что буду, как в прошлый раз, бум-бум-бум по частям. А давайте нет. А давайте сделаем так. Берем и неожиданно. Бам, бабунчики. Делаем. Что же мы делаем? А мы делаем сразу неожиданно. Я решил показать сразу это. Смотрите. Но если вдруг подумать... То где я сам? Я не знаю, что мне делать с тобой. Прогорел, ушел, закрылся сам, не свой. Все эти линии, сюжеты вылились в миг. Эти темы истоптали, я паник. Я не знаю, что мне делать с тобой. Прогорел, ушел, закрылся сам, не свой. Все эти линии, сюжеты вылились в миг. Эти темы истоптали, я паник. Вот так вот. Сейчас вы увидели сниппет нового трека, который выйдет довольно скоро. Должен выйти, по крайней мере. Я в него верю. Итак, а сейчас бам-бабунчики, Ваня, не забывай включать микрофон. Thank you.
как раз сейчас будут такие, как мы работаем. А вот сейчас вы увидите в прямом эфире, как мы работаем. Загружаем. Да, грузим. Блин, опять было 4 человека, опять стало 2. Так, крипапкусфа. Где он? Вот он. Водка. Водка. Пока. А, он опять ожил. Сейчас. Давай. Ты никогда не подумаешь, что среди твоих друзей может оказаться... Ой, господи. Итак, сейчас в студию выходит... Артём. Он нашёл. Ваня. Свет надо включить. О, что ж, давно это не говорил. Я с Рубанта тебе привет, если девчонка, тебе респект. С вами я, Артем Скрим. Ну, надеюсь, вы меня еще как кто-то из меня помнит. Я надеюсь, что кто-то помнит. Скорее всего, никто не помнит. Я тот самый чел, который Wonderful Артем. Но тот, который записывал когда-то Cuphead, вел выживание с другом, был какой-то дестейдж, ну, что-то в таком духе. Возможно, вы меня поэтому помните. Ладно. Что ж, я не думал, что я еще когда-нибудь вернусь нормально к своему каналу. Я изменил немного себе аватарку, ну как немного, реально себе ее изменил, потому что мне надоело вот так квадратная. Сменил себе шапку канала, потому что она тоже уже надоела. И вы, наверное, думаете, что инкроники не будет, так шапка канала, там совсем инкроники нет. Возможно, ее и не будет. Сейчас дело не в том, насколько я ленивая жопа, как в тот раз было. Дело в том, что постоянно планы сами собой строятся. Тебе могут написать какой-нибудь человек и сказать то, что тебе надо туда-то ехать, и типа совсем не до этого. Поэтому в любой момент, сейчас на скэмпикше сможет кто-то зайти в дверь и сказать то, что это все, давай, вырубай свою аппаратуру, заканчивай свой YouTube, удаляй его нафиг, и может все произойти в любой момент. Но, и поэтому тянуть я долго не буду. Я решил показать то, что я давно делал. Нормальный трейлер по секретности превыше всего. Перед тем, как мой коллега его включит, тебя можно назвать коллегой, Вань? Вань! Он спать ушел. Ладно, хорошо. Это... Да, хорошо, слышно. Поэтому, перед тем, как я покажу секретность превыше всего, как бы он ни выглядел халтурно и сделан на бумаге, все-таки он очень серьезный получился сериал. Пускай он еще не вышел до конца, и серия до сих пор дорисовывается, там осталось всего лишь пару кадров. Но я хочу доделать наконец-то этот проект, чтобы показать, что я не зря 4 года отдал, даже 5, рисуя эту ерунду. Ну, не знаю, можно это назвать ерундой или нет, потому что каждый это поймет по-своему. Кто-то, например, посмотрит то, что там графика такая, фу, нет, это не 3D какие-то там, это модели, нет, это мне неинтересно, помойку. Но... Заметьте то, что это рисовалось всего лишь одним человеком, и поэтому... Ладно, слишком много слов. Давайте вы сами посмотрите и все увидите. Включай, Ваня. Но если вдруг подумать... Ты никогда не подумаешь, что среди твоих друзей может оказаться тот, кто управляет целой всей. Что ж, пора тебе стать... частью нашей команды, так сказать. Часть команды, часть корабля. Ладно, давай без юмора. Представь, тебе одному из миллиардов, даже больше,
Тебе выпала возможность управлять всем. Ты... Как там тебя зовут? Меня... Сырник. Да, над никнеймом надо еще поработать. Что ж... Что ж, Сырник, давай посмотрим, что я тебе могу предложить. Так... Брать баги из Соника не вариант, пройти весь Капхед заново нет, это тоже. О! В это, в Амонкас новое обновление выходит, ты бы не мог его посмотреть? Там говорят, какое-то новое существо что-то вышло, опять новый персонаж, ну короче, всякая другая чепуха. Ты проверь, чтоб они там это... Не буянили, не читерили, не банили, понимаешь? Ну, те, что тебе учить, что ли, будут? Давай, ты сам разберешься. А если я не справлюсь, мистер? Ведь это мое первое задание. Ну, так просто держись правил. Понимаешь, что самое главное — это... Любовь? Нет. Может быть, дружба? Нет, самое главное — это... Секретность превыше всего. Да, следуй этим правилам, и все получится. А если я не справлюсь, мистер? Не справишься. Ну что ж, тогда... тогда... Я уволю тебя к чертовому Амогусу. И ты не найдешь ни одну работу. Тебе больше никто не придет за советом или за помощью, потому что ты уже не будешь авторитетом и вообще не будешь для них живым существом. Ты похоронил себя сам, не выполнив это задание. Тебя выкинут везде, куда ты захочешь устроиться. Не переживай, я это проконтролирую. Но я надеюсь, ты справишься, и все будет хорошо. Не так ли? Это конец. Так, о чем это я говорил? Ах, точно, они появятся с минуты на минуту. Так, Сырник, за дело. Я надеюсь, ты справишься и не провалишься. Но если провалишься, то земля тепуха. Да, и помни, секретность превыше всего. Адьос, амигос. Ну что ж, я не знаю, что вы насчет этого ответите, потому что это очень своеобразно у меня получилось. Но надеюсь, что когда-нибудь выйдет адекватная серия, полноценная, хорошая. А сейчас это был такой, можно сказать, небольшой отрывок. Тот, который я хотел нормально сделать, но в этот раз у меня ничего не получилось. А получился какой-то слишком смешной трейлер. Так, что еще можно показать? Я не знаю, что еще можно показать. Если на целый день убил, чтобы это монтажировать. Вань, давай! Говори. Ладно, сейчас скажу что-нибудь. Так, хорошая погода. Как у вас дела? Хорошо, говорю, да? Я умею тянуть время. Так, сейчас телефон сядет. Вот, 1%. Давай. Сейчас на сцену выхожу я. И уже со своей новостью, а вернее, для кое-кого, кто, возможно, еще остался на канале, это будет сюрприз. Ну не сюрприз, а счастье. Потому что это... Продлевается уже несколько лет. 2 или 3 года. По сути, уже 3 года. Получается, я готов. Это финальный, последний, заключительный. Ну, в общем, смотрите. Ты никогда не подумаешь, что среди твоих друзей может оказаться тот, как вечный судья, мне дал сведения про... С тех пор, как вечный судья мне дал сведения пророка, в очах людей читаю я страницы злобы и порока,
Провозглашать я стал любви и правды чистые учения. В меня все ближние мои бросали бешено камень. Давно это было. Раньше во главе стоял тот, чье имя осталось неизвестным. Решил он как-то наделить отдельных личностей властью над стихийными катастрофами, такие как извержение вулканов, землетрясения, падение метеоритов, тебе известное крушение самолетов, да, которое характерно мне, и так далее. Кому-то досталось больше, например, все водоемы на Земле, все, что связано с кораблями, а кому-то только камешками бросаться. Много было людей, но был один, который сумел перевести его. Это был... Вот они, как они там! Прозвали? Ну так, а я тут при чем? Тебе есть что-то, что поможет его остановить. Сам рассуди, ты до сих пор жив только благодаря себе. Да, конечно. Если бы во мне что-то было, то меня здесь уже бы и не было. Как раз наоборот. Вот она. Сколько тайн скрывает она. И все же, чем мне это поможет? Есть одно место, существование которого отрицают. Это огромная, идеально круглой формы пещера, в которой пробиваются золотые лучи солнца. Посередине, словно сделанное руками человека, озеро. И там есть большой, небывалой красоты корабль, который сел на мель. Он уже здесь. Некуда бежать. Моменто море. Жизнь — это мимолетный миг. Краткая вспышка света во тьме вселенной. Это драгоценный дар, который мы должны беречь и принимать, ибо это все, что у нас есть. Но путешествуя по этому миру, мы также должны смириться с неизбежностью встречи со смертью и непостоянством всего сущего. Ничто не длится вечно, даже звезды на небе. И все же, среди всей этой мимолетности, мы можем найти красоту, смысл и цель. Ибо мимолетные моменты нашей жизни мы можем создать что-то долговечное, что-то, что сияет как маяк, надежды и вдохновения для грядущих поколений. Да ты что? Ёперный ты, да почему опять? Все, окей, я вновь извиняюсь, я, монитор у меня находится с ОБСом там, поэтому я не вижу, что я включаю. У меня звук такой бам, вау, поэтому вот, как мы работаем, в прямом эфире, как мы работаем, а, иначе никак, по сути, все через одно место, ну зато в этом и жизнь, в этом и интерес, то, что ты пашешь, работаешь. И чё, по FPS там, и там прям очень капец вообще какой-то, или нет? Нормально. Короче, я не знаю, почему так происходит, но это интересно, это годный контент. Ну, кстати, это лучше, чем был первый. Если вспомнить, какой был в 21 году стрим, этот стрим восхитительный, замечательный. Поэтому я вам могу сказать, что все удалось. По сути, показывать больше нечего. Есть, конечно, можно сказать, как мы работаем, но трейлер один показан, трейлер второй показан, сниппет есть. То есть, по сути, все хорошо. Я вам показал, как я создавал фильм. То есть, согласен, камера 30 FPS. Ну, извините, я подключаю через шнур, который плохо, который старый, который может быть и правда 30 FPS, но... А по сути, так же камера. Она и, по сути, нацелена на 24 кадра в секунду, поэтому там надо фурычить и копаться. Я, конечно, я хотя бы ее на кронштейн поставил, она хорошо стоит, не через одно место.
поэтому хорошо. Я хочу спросить у второго своего гендиректора, как он вообще относится к тому, что... Что еще можно будет показать? Гендиректор, вы где? Какой гендиректор? Что за гендиректор? О, это я! А, всем здорово опять. Что еще можно показать? Да много чего можно показать. Ну что ж, у меня есть что показать. Значит, открываем мы YouTube и показываем, что у нас здесь есть. А у нас здесь ролик по киберпанку. Не замонтажирован. Ну, хотя бы диктофон поставлен, это звук. Ваня! 15? Это плохая идея. Вот не полностью не сделан. Вон только музыка. Ладно. Короче, вот, ухё! Ваня, я лучше это не показывать не буду. Ах, да! Я ж не показываю сам этот свой экран. А тут так интересно все было, Вань, то что? Такой интересный контент был. Во! Вот, значит, киберпанк у нас. Вот, значит, Фройденайт Фонкин. Нафиг он мне нужен. Ну и поехали. Вот я показываю. Да, вот я показываю. Ваш стрим продолжается что-нибудь. А где ничего не продолжается, что ли? Сейчас. А вот так. Вот киберпанк. Пожалуйста. В Дискорде, Вань. Райнай Фонкин. Кибер... Ладно. Ой. Допустим. Могу музыку включить к 15. Давай. Походи. Незнакомое мне место, тут везде туман, не нахожу себе места. В этой темной вещере каждый день таит много тайн. Иногда я унываю, иногда я летаю, иногда я совсем паник. Иногда я изучаю, иногда я представляю, как же мне дорог мир. Но я жил раньше же хуже, чем сейчас, но моя мечта никак не сбудется. Я живу на этом острове 5 лет, но он меня не отпускает, меня домой. Все изменилось не в лучшую сторону для меня. Все вдруг испарились, остался я с собой наедине. А вдруг я ошибся и сделал неправильный шаг. Страшно мне стало вдруг, это все из-за меня. Он выйдет прямо... завтра. Ну или не завтра. В общем, он выйдет самый первый из всех представленных треков. Ага. Клишня. Артём, а покажи ты тоже из K15. Ну хотя бы что-то и что есть. Хотя бы какие. Ну, какие-нибудь там нарезочки, может, ты что-то записывал. Не надо.
Вот еще. Вот это тоже сделано. Почти. Также есть вот это. Лучше некуда. Возможно. Ладно. Куда бежать-то? Запиши. Запоминай. Я могу... Давай сейчас прямо в прямом эфире все споем, а? Давай. Я тебе вспомню. Давай, поехали. Мы не ожидали тебя увидеть, здесь страшно весело. Ты видишь настоящий раль, хоть не понимаешь пока этого. Я не считаю, это шоу страдания. Если ты установишь, то не мать. Меня беги, 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 тебе не уйти, твою жизнь теперь управляю. Я все наше следом себя привет. Теперь все лезь. Это последняя песня тебя. Беги, 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 беги. Тебе не уйти, твою жизнь теперь управляю. Я все наше следом себя привет. Теперь все лезь. Это последняя песня тебя. Меня ножом. Тьфу, ты ошибка, только глупцы. И теперь душу страдают. Ты называешь меня ошибкой, но теперь попробуй ты. Пока тебя предупреждаю, ведь ты очень хочешь жить. Я понимаю, просто как и только еще у тебя осталось время. Я вот этот обычный мотив. Почищет на мгновение. Мы уже не вспомним, или все мигом зон. Ты бы по своим друзьям, если будешь ты. Ты в мою играть, я буду драться, ты кричать. Дымся под этот бит, покончился нервный тик. Время мою играть, я буду драться, ты кричать. Дымся под этот бит, покончился нервный тик. Время мою играть, я буду драться, ты кричать. Дымся под этот бит, покончился нервный тик. Время мою играть, я буду драться, ты кричать. Дымся под этот бит, покончился нервный тик. Время мою играть, я буду драться, ты кричать. Дымся под этот бит, покончился нервный тик. Ты меня сейчас ставил словом же. Ты бесишь, но как же ты не можешь понять ты. Я управляю этой вселенной, значит тебе, как и всем, будет кранты. Друзей у тебя и поддержки больше нет. Ты разрушенной все надежды и мечты. Я управляю этой вселенной, а значит тебе, будет кранты. Время мое играть, я буду драться, ты кричать. Бейся под этот бит, потанчился в нервный тип. Время мое играть, я буду драться, ты кричать. Бейся под этот бит, потанчился в нервный тип. Время мое играть, я буду драться, ты кричать. Бейся под этот бит, потанчился в нервный тип. Время мое играть, я буду драться, ты кричать. Бейся под этот бит, потанчился в нервный тип. А есть рок-версия «Рискни»? Сейчас поищу. Ты текст помнишь? Текст «Рискни» я знаю наизусть. Я тоже. Ух, продуктивно у нас идет скримпик сейчас. Но заказ все-таки все есть, что показывать. Просто надо поискать хорошо. Во! По-моему, это оно. О. Да, оно. Ну что, ты готов? Ага. Давай, погнали. Раз, два, три.
Все говорят, что деньги зло, а им было наплевать на все. И каждый прохожий говорил, пошел в казино, стал должник. Но не послушав никого, остались они в казино. Есть фортуна и жгучий азарт. Что еще нужно для жизни, братан? Как убег войдет, как карта ляжет, и как азарт тебя накажет. Только слышен дикий крик, был свободен, теперь должник. Убег войдет, как карта ляжет, и как азарт тебя накажет. Только слышен дикий крик, был свободен, теперь должник. Громче музыку. Так рискни же здоровью, Артём, громче. Верь свою фортуну, милый друг, ты умён или все же глуп. Карты не солгут. Громче музыку. Нет, пожалеешь ты потом. Громче музыку, Артём. А то там не хер. Да я громко сделал. А, ну ладно, я надеюсь, что на стриме хорошо с вами. Сейчас будет. Ну, погромче фортун сделай. Фортун не пришла, что там уже было. Да, включай, еще громче сделай. Фортун, да, вот так. Фортун сегодня уже от себя шла. И тебе тянулся. Сегодня посчитал, как уйдет, как карта ляжет. И как глаза тебя накажет. Только слышал, ты должен, ты просто не уже здоровье. Ты умён или всё же глупо? Карты мне не солгут, потом будет игры конец. Пожалеешь ты потом. Как рискнешь за народом, рискнешь за народом, рискнешь за народом, всё рискнешь за народом. Ладно, потом будет игры конец. Пожалеешь ты потом. Вот так вот. Артём, там казус что? Опять произошел, там что-то почему-то с помеха со звуком было. Да? Ну там вроде нет, там все было все нормально, там только 5 секунд было плохо. А, я думал 5 секунд было нормально, а потом все было плохо. Нет, 5 секунд было плохо, все остальное было хорошо. Все, ладно. Ну что, это получается конец? Не знаю. Я судьбу на стеже наизусть не помню. Да, по-моему, её нет рок-версии. Ну, я могу сказать, что, по сути, это конец. Потому что мы все, что пока на данный момент у нас есть, пока на данном этапе, это все, потому что, ну, это довольно, да, я считаю, что хороший результат, что на данном этапе все. Но это не означает, что это конец. Мы будем двигаться дальше. Ёшкин ты дрын, что это такое? Где? Да у меня опять что-то и камера решила такая. Здравствуйте, салам алейкум. Здравствуйте, салам алейкум. Я считаю это все же успехом. Я не могу сказать, что как-то плохо, как-то нет. Это в разы лучше, чем то, что было до. Бро. Добро. Ну, помнишь, какая была первая презентация? Поэтому это я считаю, что это успех. Это хорошая презентация. Мы показали трейлеры, сниппеты, спели рок-версии. Зарядка что, может быть, мы будем делать рок-версии? Потому что мне понравилась, кстати, рок-версия. Даже да. Очень, честно говоря. То есть мужику, наверное, я думаю, не понравилось, что его песню взяли и спёрли. Ну... А это явно уже не наши проблемы. Займись ты, вдохновлюсь, как говорится. По сути, потому что тут больше и показывает. Мы показали... Нет, тут есть что показывать и еще много чего. Но... А, фух. Но не здесь. Хотя... Я вам могу показать сырую версию кое-какую. Поэтому это я считаю, что это успех. Сырое я вам могу показать. Кое-что сырое. Кого сырое?
На ваших экранах пред вами то, на что готов моментально упав, узнав о серверах. Это сырая версия анимации Лоза. Тут нет шейдеров, тут нет ничего. Но вы можете просто узреть. Вот по этой картинке, мне кажется, тут уже как-то очень много чего наспойлерит. Она спойлерит героев. Она спойлерит немножечко сюжет. Но я считаю, что такой спойлер... Все, на этом спойлеры закончились. Как же ебой падает. Ты хочешь это? Хочу. Я вам могу показать кое-что еще. Смотрите. Фильм. Вот это я сейчас могу кинуть. Так. Текс, крекс, пэкс. Смотрим. Господи. Смотрим мемы по Лозу. Давай. Мы по Лозу. Давай. Мы с Никиткой не геи. Лозу. Давай. Мы с Никиткой не геи. Страшно. Там опять со звуком заело или что? Немного. Или еще нормуль? Много. Нормуль со звуком все? Нормуль. Ну все, какой красивый там закат. Я могу вам еще кое-что показать, конечно же. Это не конец, не концовка. Тут есть очень много всего. Очень много всего. Ну то есть аудиофайлы. Аудиофайлы, например... Во. Аудиофайлы, например... Смотрите, слушайте. Или это не то? Видимо, не то. А, это, видимо, не то. А где тогда? Он как... Артём, а ты не помнишь, как там... Или это вот это? Так, тут отсутствует страница. Нет, это не то. Я найду это, потому что я помню... А я только тебе отправил или кому-то еще? Вот, кстати, это как ты вроде это конфузы, что вот по, в прямом эфире такое происходит, но нет. По сути, мы показываем, как мы работаем, а мы же так работаем. Артём. Ну мы же так работаем, получается. А вот где вот это... То, что ты говорил как раз. Ну, по сути, вот... Где он? 2.22. Хочется верить. Хочется верить. Так, 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 так. В общем, видимо, вы останетесь без спойлеров. Может быть, когда мы будем неудачные дубли делать, но вы это увидите. Но не сегодня, но не сейчас. Вот так. Поэтому... Бум. Есть вам что-то сказать еще? Артём, включи сзади свет, а то вообще негры. Хорошо, что мы не на Твиче, фух. Тебя не видно. Включи хотя бы сзади свет. А сзади хотя бы свет, чтобы был. Во! Есть что-то еще покаять или можно заканчивать теперь? Сейчас
Сейчас показываю. Давай, рассказывай. Господи, господи. В смысле? Ну, рассказывай, в чем смысл этих стикеров был? Который первый. Давай сейчас ссылку отправлю. Все, давай сейчас отправляю ссылку в чат. А где твой этот канал? Да не, там же когда кто-то будет пересматривать. Да. А где поделиться? А, во, скопирована ссылка. Все, спамим в чат. О, господи. Ctrl-V, 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 Ctrl-V. Все, всем смотреть. А теперь кидаем вот этот на задний фон и берем вот это. Артем, рассказывай про это. Про себя рассказывай. Что это? А есть еще что-нибудь или все? Вон тут Ваня лежит, я лег. На. Да, показываю. Ну, расскажи. Червяк.
Кстати, картинка киношная получилась. Ну вот я еще там пообрабатывал твою вебку, и она прям киношная получилась. Да. Можешь не по качеству, но по освещению прям киношное. Вот так. Я могу еще показать, что... Ай. Давай, пока у меня камера не села. Что, будем заканчивать? Висит, что такое Жора эволюционирует. Смотрите, легче сделать вот так. Это будет очень долго. Я могу сделать вот так. Новое окно. Телега. Вот, смотрите. Imagine Sonic. А, блин, они этого все равно не видят. Ёшкин ты дрын. Видят? Они в увеличенном формате не видят. Легче делать вот так. Захват экрана. Вот. Вот теперь они увидят. Вот. Вот теперь видно. Imagine Sonic. Imagine Sonic. Вот так вот. Ну что же, я могу сделать вот так. Сейчас. One minute. О, господи. Вот. Могу вот так сделать еще сейчас. Господи. Сейчас. Так. Видимо, нельзя. Ну, тогда ничего страшного. Я думаю, что и так может. Давай, можем тогда прощаться. Если уж все. Ну, по сути, если что, у нас еще может быть много презентаций. Когда мы их устроим, не знаю. Но если появятся какие-то новые у нас ресурсы, что мы можем показать, мы вам покажем. Также. Вот так вот. Тему Биби. Да? Да. Да. Артём, Тиму Биби? Артём, Тиму Биби? А почему тебя плохо слышно? А почему тебя плохо слышно? И чё не так? Сейчас тогда... Устраним эту неполадочку. Вот. Вот так вот получается даже. Да? Скажи что-нибудь. Привет. Да, вот. Теперь должно слышно. Да? Так я же другой рукой машу правой. А чё левый-то машет? Скажи что-нибудь. Чего-нибудь. А?
А? Вань, харе порнуху сейчас. Проверь не вовремя звук. Как-то, мы еще не закончили. Проверь звук, тебя хорошо слышно? Не вовремя, мы еще не закончили. Меня слышно, да, там. Все, хорошо. Ну что все. Же, всем спасибо, что были на этой прекрасной презентейшн. Scream from heart. Я надеюсь, что те, кто люди смотрели, увидели. Те, кто будут смотреть, удивились. Те, кто знают, вспомнили. Те, кто не знает, узнали. Хорошо сказал. Какой коммунизм? Смотри, что могу. Ваня трясёт, вызывайте медика. Вот так, могу вот так, могу вот так, могу вот так. Потому что все на кронштейне. О, Ваня черный. А кто делал? Эта картинка даже прикольнее. А кто делал? Эта картинка даже прикольнее. Давай гангста рэп читать. Бей татухи, набивай ноги, руки. Сейчас смотри, сейчас будет жестко. Не получилось еще раз. Ярко. Сейчас смотри. Сейчас будет жестко. А кстати, я думал, что у меня очень быстро разрядится аккумулятор, но, к моему удивлению, аккумулятор долго держится. Да? Или нет? Артём, ты мне не ответил. Чего? Артём, ты мне не ответил. Ты это завис на стриме. А почему там повторяется звук? Я не могу понять. Потому что ты включил там это. Потому что у меня включен, у тебя включен, у всех. Там включен. Сам звуком проблемс? Прям проблемс? Прям дикий проблемс. Смотри, я завис. Ты завис? Да, в Дискорде, видишь? Ёшкин ты дрын, я просто свернул все вкладки и началось. Смотри, какой я красивый. Бать, там глаза светятся. За этим. За шторами. Кроватный монстр. Ваня избил камеру. Почему это повторяется звук, я не могу понять. Почему это повторяется звук, я не могу понять. Потому что Ваня избил камеру. Потому что Ваня избил камеру. И там бесконечно будет Ваня избил камеру. Потому что Ваня избил камеру. Мне почерни. Все перестало. Ваня почернил. Да. Все перестало. Ваня почернил. Все перестало. Ваня почернил. Да опять да. Началось. Артём, выключи стрим на стриме у себя выключи, а то это пипец какой-то. Ваня почернел. Чё ты Катя с камерой сделала? Ваня, хочешь сейчас будет жестко? Чё жесткого? Блин, у меня была нормально настроена камера, я ее все сломал, да? Или нор? Нет, нормально. Сломал, да? О-о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 
снова на экране. О-о-о-о-о-о. Да я Артём Скрим. Снова на экране. О-о-о-о-о-о. Снова на экране. Вот так вот и делают треки. Почему там звук повторяется? Я сейчас кого-то убью. Артём, ну выключи ты на стриме звук. Ну и... Пожалуйста. Я понимаю, ты, блин, включаешь сам, и поэтому он и повторяется. Угу. Выключи у себя на стриме. Ну это... Если ты... У тебя все время было включено? Не все время. Если там все время, это же пипец. Ага. Все? Сейчас, смотри, сейчас будет скример. Готов? Давай. Сейчас. Подожди, дай я шоу устрою, подожди. Видишь меня? Подожди, дай я шоу устрою, подожди. Видишь меня, Артём? Угу. Ту-ду-ру-ду-ду-ду. Сейчас все будет, сейчас будет эпик. Всем привет, друзья! С вами я, Дима Масленников, и сегодня мы идем на заброшку. Фокус. Кто это? Таракан? Фокус. Ты чё, гусеницу поймал? А, у меня не автофокус стоит. Червяк Анатолий. Ваня таракану съел. Чинокрот Афанасий. Ваня таракану съел. Видите, 17 градусов на улице. Идите, 17 градусов. Короче, все, скримпикчер пошел уже какую-то не ту стезю. Всем спасибо, что были на этом данном прекрасном скримпикчерте. Благодарю вас всех, что бывали, прочувствовали вместе с нами. Я в конец потемнел от того, что я счастлив. Всем спасибо. Да куда, не настолько же надо быть. Всем спасибо за просмотр. Артём, скажите ваши слова. Пока. У меня 10 рук. Я полетел в Гималаи. Короче, это был прекрасный скриптичес, который мне понравился. У Артёма вообще там какая-то тьма. Сейчас как тут это выйдет. Всем привет. Червяк Анатолий. А, включилось. Что, Артём? Ничего уже. Мне можно выйти? Давай, прощайся. Мне можно выйти? Нет. Блин. Ты маму запретила. Знаешь, как я прощаюсь? Давай. Вот прям по-настоящему. Давай. Прям так хорошо. Давай. Пока. Пока! My life be like, yeah, like, my life be like. Yeah.
low key and staying candid. Reflect on all the things I tried my hand at. Search for the equation to persuasions I'm used to. Finding comfort in the zones of clouds and bones I get loose to. A mountain is Fontaine, spinning in monsoon and grinning is high octane. Explosive how I came, rolling down the hills cause life's a hassle. Encircled by my folly like a moat around the castle. Stay afloat, catch a second wind, thin is the air I breathe. Teary eye, nose running, wiping snot on my sleeve. I'm calling on the savior to be all that I need. Please forgive me, my behavior had me lost in light speed. Losing the feelings of what you thought love was. Like the dirt still up under the rug. My life be like bad characteristics covered in Christ's blood. The joy of new birth and the pain of growing up. The bliss between giving my all and giving up. The highs and lows, paths and roads I chose. In the cold I froze, trying to ease my woes. In this world of sin, close to being defeated. So the God I send, words of help to win. And grumbling so deep letters could never express. So the sounds of ooh-ah beneath my breath. My life be like time like these that make me say. Please come my way like demon brand drums or when I stray. Yeah, a life sacrifice and the price you pay. Like living like a fingertip. Sometimes I fall, I slip. Yeah, hard feelings I make you know like you. I'm not even going to fight with the things I do. My life be like ooh wah ooh. Dumb dumb diddy. Here come that boy from the capital city. Lashed up on the bitch new. Сплошной обман. Прилетают мне недели. Что ты скажешь мне? Объясни мне, почему же все сейчас во тьме? Когда же все вернется на круги своя? Когда же все вернется? Похоже, свет нет. Это сплошной обман. Что ты скажешь? Объясни мне, почему? Объясни мне, почему все сейчас во тьме? Похоже, свет нет, это сплошной обман. Это похоже на шутку. Остановись и подумай серьезней. Разговора, разговора. Даже если ничего не скрывать. Похоже, свет нет, это сплошной. Когда все плохо, остановись. Подумай, развернись, все пройдет. Тогда никто не упадет. Заблокировать это не выход. Смотреть, как дальше числа. Закрыться, отсюда забыться. Но я не хочу так сжиться. Я устал закрывать дверь. От них мне не деться, куда мне податься. Но эта тема еще не закрыта. Дайте время. Летают дни, недели. Что ты... Все. Пока.